парке «Наташинские пруды» в рамках губернаторского проекта Московской области «Зима в Подмосковье» открылась резиденция Деда Мороза. Дорогие друзья, в новом году я желаю всем крепкого здоровья, хорошего иммунитета и, конечно, счастья, благополучия. Пусть исполняются все ваши желания и мечты. Любой желающий может пообщаться с главным волшебником зимы и отправить письмо в Великий Устюг. Резиденция Деда Мороза располагается непосредственно в Наташинском парке, в большом деревянном домике, где будут у нас проходить мастер-классы. Организована фотозона, елочка. Мастер-классы будут проходить абсолютно в разных тематиках. В основном, естественно, это будут новогодние зимние поделки. Это будут там и аппликации, и живопись, и робототехника, и роспись баллончиками. Всего в округе откроется 9 резиденций Деда Мороза, 16 новогодних мастерских и 41 почта. С расписанием работы можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Люберцы.